только, знаешь, типа, надо где-то еще, чтобы он засейвил, блядь. Когда видел последний, чтобы Донг сейвил? Кстати. Вообще никогда. Он просто бегает, блядь, страшно. Он один оставаться не хочет. Начал, о, лайф, 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 пацаны. Они в ретейк играют. Very specific round. So, there's a specific round from Team Spirit, and they're gonna get the A-side Даня. For free, and... Я хочу за Даню посмотреть этот матч. Окей. Okay. Ебать, не просто отдали. Ай, он тайминг прошатал! Тайминг прошатал! Magics? Да, сейчас. Какую грязь он намузит, это пипец. Джек Мьюз. Ой. Бля, Широ, бля, да? Бля. Широмонтаж, пиздец, хуярит. Широмонтаж. Бля. Как он зимой, да, двигается смело? Пиздец. Кажется, будет пиздец интересная игра будет, кажется. Не, интересная будет, 100%. Вот чем вопрос. По правилам. Они мид прожали просто на стрельбу. Бля, что за кол? Взяли. Хорошо. Широ монтаж, ты чё? Ай, он не сразу понял, кого вырубил. Он двоих вырубил? Да. Охренеть. Они фейканули А, в Б, прикинь. Нет, они заходят в Б, да? Нет, а, нет, не заходят. Ладно. Это за яйца. Как создать иллюзию, что никого нет? Так. Бомба упала. Коннектор. И подвал, да, коннектор, слышишь? Зачем? Ну что? Зачем? Пизда. Сейчас вдвоем выйдут. Magic сезончик, вдвоем пикнут с доктором. 3, 2, 1. Go. Yeah! Охуеть! Там капусты, да, мало? Смотри, они говорят, эко, и Дон говорит, я возьму Галил, мне похуй. А, ему калаш кинет сейчас, чоппер. Ух, бля, бензопила, бля. Шанхайская резня бензопила, нет! Ну заходи тогда на наш телеграм-канал, и там все узнаешь. И сура. По Джимбе. От команды Паша Нуа, да, и знаю спириты, что их поджали, скорее будет делать реакцию, скорее всего, на мидл. Либо будут сплитовать и подвал падать, одно из двух. Не, пошли мидл до конца, дали дымом. Никто не ожидал, что они мидл вышли, они идут даже на шифте, примерно понимают, да, протопали, их услышали, скорее всего. Ебать, пиздана. Опять толк. Калашон, да, пиздец? Ну все. Бля. Сейв? Да, они сейвы, да, ушли. Пиздец, они быстренько, конечно. Какой раунд, простой сыграли они. Ну они за так тоже хорошо, анубис катают прям. Что, пейсин? Угу. Не, я понимаю, там просто Донг так не считает. Это вот организация Зинченко, да, с Арсенала? Да. Кого, как он там? Ну, судя по всему, Паша Нуа хорошо играет. Молик в ответ надо дать. Этот... Они ждут, видишь? Дуэль нельзя брать такую. Да, ну Донг, да. А, тут плохо пацанам, в принципе. Не, нельзя так брать дуэлис. Сим, нельзя дуэлис. Я не понимаю, у него у типа молик хае, дали молик атака, ты дай молик в ответ, чтобы не зашел. Как молик ты, атаки догорит, ты заходишь туда внутрь вдвоем и контролишь его. Ну тут просто микрашка решает. Ну и Донг тоже решает. Здесь они отгоняют просто. Напрягают, да? Ну, у него смок есть, что он не откидывает. Донг занял. А очень много, очень много этих звуков создают Passion Way. Потому что этот. Ну да. Почему он пикает? Ой, Zero Fix. Ай-яй-яй, здесь хп. Не попал.
Да ну нахрен, блядь. Ошибаются, пиздец. А там да, уже Широ уже спину идет. Угу. Не, этот раунд не берется такой. Не считается, сейчас. Если вот убьешь сейчас, резко маги. А, да, 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 да. Чё? Авик взял. Блядь! Зачем тебе авик? Иди зацепись, блядь. С кем-нибудь, да, на улице? Ну, вы видели? Смотри, на миду фраг он промазал джамбу, да, с АВП? Только что красным авик опять, ну, там, ладно, ситуация. Так. Такой же раунд отдадут, да? Ой-ой-ой. Все прошли. Да, Широ опасно. Коннектор забежать надо, коннектор забежать надо. Блядь. Китов нету. Пусть надо красному. Успел? Да. Хорош. Пятьдесят на игрока. 50 тысяч на игрока за стикеры. По контакту играют. Ой-ой-ой. Чё ты встал? Весь кислород себе. Ебать. Как так? Ебать! У Кейна, наверное, там пиздец. Пердечный приступ. Угу. Не читается, да, что он здесь? Yeah. Широ не прошел еще. Я прыгать будет бомбой. Скину и бомбу. Красного убить. Да, он справа. Сейчас справа убьет, да, его. Не... Да, 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 все. Ебать! Ебать! Ой, жестко. Блять, задержки убить. Отлично. Ебать, три армур. И БВД стоит. Угу. Угад, мид отдали полностью. Бля, спину, спину. Нельзя стрелять в спину сразу. Все, есть инфа. Надо втроем идти, бежать в спину, помогать быстрее. Шифт! Шифт, 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 шифт. Нормально, нельзя, бог. Нельзя, нельзя. Куда ты так да бежишь? Бог, там шумно одеху. Ой-ой-ой. Третьего не знает, про третьего не знает, зайди. Ну, надо дым, а у него АВП, блядь. А у него АВП, блядь. Нельзя бежать так быстро. Пусть они зайдут там, что идет, ну, блядь. Так. Калаш еще брать не будем? Чопер уже ушел искать его. Он по каким пойдет брать раунд? А понимаешь, ну, смотри, они улыбаются, и у них все хорошо, блядь. Они, мне кажется, говорят, мы уже взяли дохуя за КТ, пацаны. О! Да ну нахуй! Не успевает, не успевает его. Как убить. Не успевает? Охуеть! Еба! Чё? Охуеть! Еба! Еба! Охуеть! Охуеть! Вот это он, бля, отыграл мощно. Он сейчас сидит, улыбается, угорает. Я, пацаны, смотрите, я фужу говорю сейчас. Почему никто не забежал в подвал за ним? Вот ниндзя дефьюз первый на мажоре жёсткий. Смотри, смотри. Он упох, он против Спирис спилит. Одной из самых сильнейших команд в мире он сидит. Я же вам говорю, это, пацаны, это не 3 на 2, это, блядь, мажор, это пиздец. Вот вы когда смотрите, тир 2, тир 3 турики, там, блядь, этих 3 на 2 хоть жопу жуй, блядь. Mm-hmm. Их там нет смотреть смысла, там вообще такие гандоны играют. Но когда вы смотрите тир 1 турнир или мажоры, здесь все по-другому, пацаны, здесь. Я в авангар играл после гамбит. О, Magic спалил. Сейчас будет бум. Да, хорошо разменял. Широ, бля, шарит, как разменивать. Это знает, как авик разменивать. Да, да, да. Снайпер, снайпера видите издалека. Хорошо, хорошо со всеми его матрицей хорошо. Взял дуэль. Игроки получают деньги за стикеры только в том случае, если идет распродажа на самой странице Steam. Ну, имеется в виду КС. Все, что продается на торговой площадке, игроки не получают ничего. Ебать, ебать.
Донг. Да, этот, блядь, до этого дай возможность, он тебе сразу ебало сломает. Сука, пиздобола. Чистой воды. Он успел. Что-то такая игра, да, какая-то сумбурная, да? Что-то, блядь, а. Размены непонятно. А ты можешь предположить, что не все члены команды об этом знали? Так, писик очень важный. Надо писик, чтобы брали эти. Паш 2. Бля, это опасно, они вообще могут выиграть, еще одну. И писик заберут. Ну что? Ой-ой-ой. Зонтик с Широ, да? Широ, бля, 17 на 5 идет. Бля, Широ хорошо, не снижает. Охуеть. Ебать. И без кто? Широ, почему, гений. Почему с ножом идет, блять? Зарезать хотел смоку. Если он с той стороны запрыгнул, да? Ебать, запушили, инфа есть. И мид на шифтах пойду сейчас. Почему спидой он вышел? Они мейн прочитать? Еба. И пошло, прикинь. Ай-яй-яй, хорошо как. Я удивлен. Нам это хорошо, мужичине. Да. Угу. Ебать, чел прошел джамбу спину. Джамбу? Вообще не фонится, ты заметил? Джамбу освобожденный. Он вообще не фонится. Охуеть, он лоханул. Нет! Ебать. Этот джамбо не убил спину. Ага. Увидели. Почему смоки не дают ему? Пизда тебе. Блять, он почему они смоки не дают? Пиздец интересный. Он просто, мы когда что-то пишем, я... ролики, он всегда в телефоне сидит. Он похуй вообще. Сейчас я чекал по ревизу, что чекал. По ревизу взяли пистолетку, слышишь? Да. Сейчас. Проебали форс. Раунд, раунд. Ой, вышел дым. Джамбу. Ебать, это неплохо было. А, если симплу предложат хороший состав, он пойдет, не? Он... Короче, я думаю, может быть, было так. Как вам такая версия, пацаны? Смотрите, я разгоняю. Это версия, блядь, называется «Возвращение Будулая». Да, ну нахуй. Будулай, блядь. Будулай вернулся. Будулай, где ты был? Я был на тренеру. Тут пиздец играл, слышишь? Тут душа, Миша Кейн душит просто... Да я слышал, что Миша Кейн там орёт, блядь, там просто, блядь, Анубис, короче, разрываем. Послушайте, как вам теория такая, что Simple написал у себя в Телеграме, что в эту команду не перейдет Falcons? И ему Falcons менеджеры говорят, блядь, что ты хочешь, скажи, типа, чтобы остался. Он говорит, я хочу, чтобы съебали строй, нахуй. Кто? Конкретно съебался, нахуй, Madden, Snappy, блядь, ну и Dupree можно нахуй послать. Ну и Magic. А если будет выебываться в Magic, с Magic'а тоже нахер. Да, все правильно. Да ты лучше посмотри, блядь. Охренеть. Ты такую игру больше не увидишь нигде. Посмотри, что творит Миша Кейн, блядь. Знаешь, что Миша Кейн вместо Джамбо сел катать, блядь, в какой-то момент, блядь, на пару раундов. Я сыграл. Я ставку выиграл. Это пиздец, блядь. Миша Кейн душит спирит. Фу, блядь, сейчас только что отпотели прилично, блядь. Нормально? Ну что, эко, блядь, я могу сказать, что уже счет 9-9, и у ребят из команды Passion уже к экономике. Если могли вести Passion. А кстати, на секунду, блядь, они хуярят команду топ-4 мира. Ничего да. Страшного, блядь. Вообще ничего страшного. Как Кейн ебать. Блядь, короче, ты не видел, что происходило. Здесь Джамбо взял раунд 1-2, он сделал ниндзя дефуз 1-3. А 1-3 там что-то ниндзя, да, было? Да, какой-то, он дохуя читил. Но и также потом проебали эко Passion, так что здесь счет вообще...
Хотя он, в принципе, убивает. Все. Спокойно. Без танцев, посмотри, раскатка. Каждый смотрит угол, все прикрытие идет. Это пиздец, просто, блядь. Видишь, Кейн как это, темная лошадка. Они тут сидели, блядь, тренились, блядь. Да. Всю мощь показать на лане, блядь. А команды такие, как... Пирит и такая командочка у нас ВП, что-то как-то, блядь, такие, типа, та пэшн, типа, та закатаем. Ну, что там, брат? Тут надо отметить то, что Фир колет за атаку неплохо. Он, в принципе, команду тоже, они синхронизируются, хорошо выходят там. В принципе, отыгрывают неплохо, принимаются решения хорошие. Есть вероятность, что Миша даже колет, только он не может без слов, понял, сигналами, понял? Они отработали специальную комбинацию, типа, там, рукой, там, бум-бум, там, оп, там, разные знаки показывают, короче. Ой-ой-ой, смотри, они мидл прикрыли, принимают. А они прохавали. Посмотри, они прохавали, что мидл принимают, и сразу идут, блядь, выход идет. А тут один Мэджикс. Да. Просто с узниткой. И он нихуя не сделает. Сейчас ему просто его разрывают, это 10-9. Все. Писан, а что он сделает? Он ничего не может. Ебать. Нормально, 2-2. 2-2. Ну, бомба ставится, Фир и Зарафикс. Зарафикс должен, блядь, ебло сейчас закидать, это пиздец. Это твой, да, парень? Или Джак Касман? Это не мой, я с ним не встречался, но я... Смотри, как он жестко играет. Ты что, угораешь, Фир, блядь? Бля, а чего, Фир? Блин, Фир. Ну, Зерафикс, покажи, смотри, он съебал. Охренеть. Смотри, жестко. 2, блядь, я говорил, это Зерафикс, ему, блядь, всего 17 лет, блядь. Он очень жесткий. Ебать, какая игра, да, Миша, нахуй, так четко. Орёт. Сейчас Миша выиграет эту игру, так зайдет в комнату себе сделать... Зайдет в комнату и на всю, как заорет на весь отель, блядь. И дисквал, короче. Ну что, поехали. Сейчас, блядь, 11-9, и это last chance, по сути. Они подготовили, да, я так понимаю, сильно прям. И долг, и Широ, и Баш, это нормально. Ну они, видишь, они играют больше на стрельбу спирита. Здесь пошли ну, не прям. Индивидуалка, индивидуалка. Да, да. Посмотри, фишка. Нежданчик. Все, пиздец. Не попал, Широ. Ну, Мэджик прекрасно. Че Мэджик постоянно Сузи играет, блядь? Не хочешь девать тебя здесь? Каждый раунд Сузичка хуярит, блядь. Как Санджи. Охренеть, как хаешка-то решала. Охуеть. Ой-ой-ой, какие тайминги. Ну еще чуть-чуть повезло. А Джекасма, да, это мы знаем этого чувака. Ну все, ГГ. Завозите. Бомбу бьет. Ну убьет бомбу, 1-2 не разрулят. Потому что это там Зарафикс и Пишанс. И Джамбо. А, что-то попадает. Что-то попадает. Ай-яй-яй. Для них одного уже, видишь? Блять, он судьи, блять, мячик хуярит. Фир. Прочекали. Бомба. Ну, пиздец. Ну все, это ГГ. Ого, Фир попал жестко. Ну что, Донг. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. А вот это уже опасянчатая хрень. 12-10. Ну это чисто Донг и Фир, реально, блять. Так, сейчас я приду. Нашел? Пич вижу, принять ЛС. Вот, я тебя принял. О, вижу, терсу. Бля. Ебать, тут походу спирит зацепились опять. Что здесь? Да еще непонятно, нихуя. А есть бабки на последний раунд? Ну да, кстати, бабок может не быть на последний раунд. 2 красных. Сейчас гениальное решение. Миша Кейн топает левой ногой, это означает сейвить, если 2 красных и 4 в 5, чтобы на last раунд. Пойди, глубокая тема, да? Если тренер топает левой ногой, ну типа 2 раза. Это я отработал, мы с ним еще давно отрабатывали. Там у нас разные были комбинации, разными частями тела. Не, дают смок, он понял. Тут уже бежит чоппер. Чоппер понимает, что мидл заняли. Но тут они бегать собираются? Минус чоппер. Смотри, минус чоппер. Раз! Все. Донг убил, разменял. Это выгодный размен на самом деле для команды. Налево сколько надо дать? Тайминг. 4 в 4. И вот же Касма. Джекасма, ты тренировался очень долго. Зонтик, зонтик сам убью, честно. Ай-яй-яй.
Это допы. Важную дуэль взял. Важную дуэль взял. Важную, у него 3-4. Его ждет зонтикс красный. Зонтикс, у него есть один шанс попасть. То есть один выстрел, один шанс. Зарфикс на стрифе резко выйдет, смотри, он на него не попадет. Да, не кейн, не полигон. А, он видит. Его забанит, не попадет. Все. Промазал, ебать. Ай, бля. Промазал, ситуация 2 в 2. Остались Донг и Мэджикс. Девятый, кстати. Из Чила, позиции очень хорошие у команды Passion. Да, походу, это ГГ. Они 2-9 пошли. Ну, я не знаю, такой раунд очень тяжело будет. Есть смок у контроля? Только себе ошибиться. Все, ГГ. Ай, бля. Такое, да, такое не отдается. Хорош. Ебать. Ебать. Команда Passion. Вот, вот и первая, да, случилась такая сенсация? Это сенсация, да. Миша Кейн устроил сенсацию. Ебать, нихуя себе, блять. Вот так вот. Сейчас там просто заносят сразу столько пива. Бокал такой огромный. Сенсация дня, да? Динченко смотрел эту игру?